Это популярный международный проект, цель которого – поиск и увековечение пропавших без вести воинов Красной Армии, ставших узниками концлагерей немецких фашистов. И специально для зрителей крымско-татарского популярного телеканала «Мелиет» мы приготовили сегодня сведения о таких воинах из числа крымско-татарского народа, погибших в концлагерях для советских военнопленных с 1941 по 1945 годы. Теперь наша задача – найти родственников погибших. Вы сможете сегодня на экране своих телевизоров увидеть первый список таких воинов, который представляет собой образцы имен, фамилий и отчеств, взятых из сведений о погибших в немецких концлагерях образца 1941-1945 годов. Мы просим всех вас, если вам известны эти имена и фамилии, обратиться по тому телефону, который изображен на экране ниже, с 9 до 18 часов каждый день, кроме субботы и воскресенья. Мы будем благодарны всем неравнодушным жителям Республики Крым за участие в решении этого вопроса. Спасибо.